Праздник праздником, а безопасность должна быть в приоритете. На прошлой неделе прошли сабантуи в селах республики. В это воскресенье он состоится в столице и сразу на трех площадках. Ежегодно на Майдане собираются тысячи людей, в том числе из регионов страны. Важно обеспечивать безопасность, медобслуживание и логистику передвижения. Я прошу мэрии Казани совместно с закрепленными за площадками сабантуи районами организовать все праздничные мероприятия на высоком уровне. Я прошу правоохранительные органы обеспечить безопасность в ходе проведения массовых мероприятий, в том числе безопасность дорожного движения на транспортных маршрутах к праздничным площадкам. На следующей неделе, 22 июня, по всей стране пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. В Татарстане в этот день в каждом районе тоже будут возлагать цветы к мемориалам. Мы чтим память солдат и мирных граждан, погибших на фронтах, замученных в плену, умерших от ран, голода и лишений, всех, кто отдал свои жизни ради Великой Победы. Наш долг – донести память о великом подвиге и испытаниях нашего народа будущим поколениям, пресекая любые попытки переписать историю. И традиционно на совещании подытожили ситуацию на продовольственном рынке. Как заявил представитель Министерства экономики, мониторинг цен на основные социально значимые товары продолжается. Объекты розничной торговли работают в штатном режиме и обеспечены товарами первой необходимости. Успешно функционирует и республиканский маркетинговый центр. Напомним, именно на его базе создан ресурс для импортозамещения. За неделю перечень ранее закупаемой продукции пополнился на 255 позиций. Предложения по замещению пополнились на 578 позиций. Среди лидеров Зеленодольский, город Казань, Нижнекамский, Елабужский, Нурлатский, город Набережные Челны и Альметьевский район. Что касается заполняемости каталога предложений по замещению, информация в разрезе муниципальных районов также представлена на слайде. Среди лидеров город Казань и Набережные Челны, Нижнекамский, Ваишевский, Заинский, Бавлинский и Елабужский район. Что касается республиканских мер поддержки малого и среднего бизнеса, за прошедшую неделю предприниматели подали 46 заявок на 102 миллиона рублей. Из них более половины заявок уже одобрили. Юлия Гоголева, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.